повторите, Галина, пожалуйста, вот, что у вас было с руками? Руки у меня стрептодермия. У меня все ладошки, если как только обострение, или я помою чем-то. Ну, вот не похороню руки, там день-два помыла средствами какими-то, или порошок попал на руки, или еще что-то. Нельзя их, чтобы они мокрые вообще не были. И появлялись пупырики такие, лопались, а потом все это, шкура вся съезжала. В общем, чувствовала себя всегда, всегда опасалась, дискомфортно. Вот, ну, конечно, я это и кремами пользовалась, и все, у меня проходило по времени, снова появлялось все. Вот недавно буквально, вот этот палец, вот, начинал опять пузырьки у него, точно так же были все. Ну, ужасно опять начинало болеть, я боялась за все ладони опять, что у меня это будет. А как стала принимать вот этот альф, чистила кровь и еще норм, вот, пью. И, значит, каждый день я по одной, утром одну, независимо, я не знаю, ту я пью или не ту, но только утром одну, вечером другую прососу. И вот, пожалуйста, результат. Вот результат. Ура. Руки чистенькие. Сегодня хочу идти делать маникюр. Ура! Потому что у меня как бы неудобно было с такими руками. Вот такие удивительные результаты с нашим дрожже. Да. Все употребляйте дрожже и пил. Употребляйте. Я тоже человек неверующий, как неверующий Фома. Но тут я настолько убедилась, у меня еще на ноге тоже фурунчик был, не проходил. А сейчас, слава богу, все так. По времени-то сказали, сколько всего? Месяц. Месяц. Вот такой результат. И я надеюсь, сейчас я еще возьму слайд. Потом еще хотела почистить, да, от бактерий, от всяких грибков свой организм. Да, обязательно. Да. И я надеюсь, вообще будет все. Мы с вами встретимся. Обязательно. Спасибо вам за интервью. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.